Смотрите на этот питон, это вот розочка, которая находится на вот стебельке, как бы трогом. Это остаток цветка, из которого завязь, из которой получился вот этот рог. И считается, когда он есть, это самый лучший вариант трога. Теперь очень интересно, что написано в книге Рабейну Ошера, что если упал вот этот вот трог, смотрите, какой рав Кугля нам приносит такой красивый трог. Да? И вот если он упал, то это тоже кошерный, тогда это будет вот такой трог. Это тоже кошерно. Почему? Потому что он упал, когда он еще был маленьким. Вот это плодонос, вот это начало записи, оно отпало. Теперь что интересно, что есть мнения, которые говорят, что лучше, чтобы оно всегда было. Рафтуля, расскажи нам, пожалуйста, как научились сохранять вот эти питомы на итрогах? И Тубер начинает свой рассказ. Как я уже рассказал, в двух словах. Во время Вьетнамской войны солдаты Вьетнамской народной армии прятались в зарослях эвкалиптов. И нужно было американским войскам обнаружить, и они не знали, как это сделать, поэтому они химическим способом сбросили листья с эвкалиптов. И тогда на расстоянии через 10 километров они нашли, что даже на апельсинах сохранились питомы. И так они его поняли, что опрыскивая миллионной долей того, что они делали во Вьетнамской войне, можно сохранять питомы на цитрусовых. Вот йеменский трог. Интересно, что у них обычно питом не сохранялся. Но после того, как стала известна эта технология, то и, видите, на йеменских итрогах тоже начали выращивать вот такие питомы. Что интересно, что вот эти итроги Мишпаха Чапир выращивает итроги Хазуниш. И мы про это расскажем отдельную историю, как получились итроги Хазуниш. Куда вам?